угощайтесь, дядя Миша. Мелкие они у тебя какие-то. Ой, и кислая. Ну, да еще. Берите, берите сколько хотите, дядя Миша. У меня много. Ничего, яблочки освежают. Да? У тебя два яблока. Я одно выбросил. Сколько у тебя осталось? Папа! Так, у тебя было два яблока. Я одно порезал на куски. Сколько у тебя осталось? У тебя было два яблока. Я одно сожрал. Я сожрал одно. Сколько у тебя осталось? Ты держал в своих грязных руках два немытых яблока. Я вырвал у тебя одно и сожрал. Сколько у тебя осталось? Нет, надо. У тебя было два яблока. Я вырвал и растоптал одно. Одно из двух я растоптал ногами. Сколько у тебя осталось? Оставь ребенка, он идиот. Я меняю условия. У тебя было два яблока, одно сожрал ты. Ты сам сожрал одно. Сколько яблок, идиот, у тебя осталось, болван проклятый? Не бей, папа! Никакого зоопарка, никаких гостей, у тебя никогда не будет дня рождения. Весь праздник я проведу с этим идиотом. У тебя было два яблока? Зина, у нас есть яблоки? А что? Давай морковки. У тебя было две морковки, сукин сын. Держи. Держи две. Я отнял. Дай сюда, идиот. Дай одну. Это арифметика. Я отнял у тебя одну и сожрал. Вот, смотри. Гриша, она не мыта. Ничего, пусть он видит. Я сожрал с землей одну морковку. Сколько у тебя морковок осталось? Посмотри. Сколько грязных морковок осталось в твоих грязных руках? Одно! Правильно! А теперь возвращаемся к яблокам. Папа, не... Гриша, не реветь. Отвечать, у тебя было два яблока. Гришу, надо. Этот идиот с морковками ответил правильно. Значит, есть надежда. Я развиваю у него абстрактное мышление. У тебя было два яблока. Гриша, не надо. Надо, или он не будет идиотом, или он не вырастет вообще. У тебя было два яблока, тишина, весь дом молчит. Никто не подсказывает. Я твой папа. Отнял у тебя одно яблоко из двух. Рев стал таким, что в пол застучали соседи. Ну хорошо, ты мне сам дал одно. Сколько у тебя осталось? Одно. Значит, теперь сколько у меня яблок? Одно. У тебя сколько яблок? Одно. Давай их съедим. Давай. Но яблок нет, жрать нечего. Это и есть абстрактное мышление.